Обнаружил более крутого подосильника. Посмотрите, друзья, что творится. Дождь прошел, то ли ночь, то ли что. О, ну это идеал. Вот это да. Такое поле. И на краешке Кирилл находит подосильник. Свой первый сегодня хороший гриб. Белоножковый. И он шикарнейший, просто обалденный. Да уж. Ну, наконец-то. Какой мощный. О, Кирилл, смотри. О, это идеал. Вот это да. Вот это яркий. Вот это, я понимаю, грибище. И вот тоже место, тоже поле. И рядышком оказывается еще один. Мощнейший. Они просто идут бомбы. Вы посмотрите, какие. Один краше другого. Вот это фантастика.